Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте, мы Виталий и Лада. Мы продолжаем снимать видео про Ирпенский регион. И сегодня мы вам покажем районы, которые были под оккупацией. Мы сейчас остановились в селе Дмитровка по дороге в Ирпень. И здесь стоит колонна разбитых танков, вообще вражеской техники. И это как свидетельство того, что российские войска не сами ушли из-под Киева. Их выгнали. Сейчас мы вам коротко их покажем. Я не знаю название этой техники, это танк или что это такое, или боевая машина пехоты, но тот, кто разбирается, тот поймет. Давайте просто посмотрим, их тут много. Ты видела раньше такую технику? Первый раз вижу. Представь, что это было, когда трупы были, да? Да, попервой же здесь были и трупы, и запах. Сейчас здесь очень много всяких экскурсий. Вообще западные все лидеры даже приезжают, это все смотрят. То есть это как доказательство этой войны. То есть там и в Буче сейчас ездят, и в Ирпене на все эти разрушения смотрят, снимают. Наверное, поэтому тут и не убирают все, потому что это все еще нужно. Как-то мне тут страшно, не знаю. Не очень комфортно находиться. Поехали в Буче. Сегодня мы заезжаем в Ирпень со стороны Забуча, вот сейчас мы на повороте. Это самый крайний жилой комплекс в Ирпене, в северо-западной его части, называется Green Yard. Видишь, тут мины, тут нельзя ходить, заминировано. Тут все заминировано, в лес до сих пор нельзя проникать. Вот здесь прям квартировались их войска. Ну не знаю, возможно, наши сюда по ним не очень-то и стреляли, поэтому он не пострадал. Но прежде, чем они его захватили, они сюда стреляли из Бучи, поэтому разрушения здесь, конечно, есть. Друзья, мы заехали в один из жилых комплексов, который расположен прямо под лесом. Это край Ирпеня, и он был оккупирован, захвачен российскими войсками. Мы не видим здесь больших разрушений, но видим, что были взломы дверей, стекло выбито. То есть получается как? Там, где стояли россияне, там целые дома, но разграблены. Так, там, где россиян не было, там дома все разрушены, но целые квартиры не разграблены. Вот так вот. Кажуть, що цей район був окупований. Да. Це правда? І тут вони як і стояли, і квартирувалися в цих домах. Ну, да. О, в нашому домі жили. Жили. А вони порозграбляли всі квартири. Це, ну, це майже, правда? Деякі, що не вскриті. Ага. А взагалі були... вскриті, да. А як вони вийшли? Вибивали двері чи як? Вибивали разом за двірком. Там люди в основному поставляли по приділу, вони там... Остатки валяються на мусор. А, там мусорка, всі викинуті двері поломані. Там їх вже повідвозили, там отака гора була тих дверей. Ага. Запізнилися. Дивіться, якщо ви підете в той дом, там, якщо якийсь з цих відкритий, піднімається наверх, там чердак. Все спалене, все розгромлене. І двері вирвані. А там побачите це. Ну от на асфальті видно удар якогось снаряду. Все окна побитые, все потрощено. Мы сейчас попробуем зайти в это парадное, вот в подъезд сюда. Давай вот зайдем, да, в этот. И туда подняться, говорят, уже все тут разминировано, люди живут как-то. Ну, посмотрим, как внутри. Не-не, это же маленькие домики. Ой, какой пес. Ой, я боюсь. Не бойся. Привет. Да, не надо, не иди. Да. Ладно, мы не пойдем, пойдем в другой. Так, попытка номер два. Там собака нам не дала. Здесь тоже, смотрите, вверху квартира. Сгоревшие квартиры. Вот там и крыша побитая. Можем попробовать проникнуть в этот подъезд. Электричество есть, я смотрю, видите, горят лампочки на счетчиках.
Собаки нет, вот уже хорошо. Плитка. Кто-то здесь поработал подъезд. Да. Добрый день, вы нас знаете? Посмотрим. А вы можете рассказать что-нибудь? Подсказать что-нибудь про ваш дом. А что за дом? Вы там видите, что попало под обстрел. Крыша сгорела. Да. Мы без окон все остались. У нас тут орки были, жили с нами. Ну, нас воровали так, знаете, как слабенько. Ну, двери вскрыли? Двери все вскрывали. Они что, жили, они где живут, они все зачищают. Ага. Сильнее. Все, сходи. Помоги. Давай. В подвале первый день, когда сидели, вот, вышли в перерыве, думали, вот как раньше, там, постреляли, мы сходили, потом выходим, опять живем себе нормально, там, опять стреляли, опять забежали. А то вышли первый раз на перекур и видим, что это Настасья дома дырка уже. Вот машину нашу сразу с первого обстрела разбомбили ее все. И потом опять начали сильно стрелять, мы опять зашли в подвал. Вот там сидели, мы уже не могли выйти, потому что сильный обстрел был. Мы видим, что тут частный сектор у нас дом. Вот через эти ворота заходит человек 30 в черной форме, это след, с таким всяким. Вот. Мы сидим уже как мышки там, это самое. Уже темно стало, все страшно. Да, ну, конечно, кто даже не там, но у меня первый раз, мы вообще их там видели первый раз. И вот сидим в подвале, и они как начали стрелять, это выбивать дверь. А не можем слова сказать, в темноте все потушили, сидим, ну, как мышки. Потом они подошли к нам, выбивали дверь. Мы в подвале были, дверь на ключ закрыли. Они бросили нас и побежали тогда вот эти выбивать. Ну, не до нас было, не до подвала там было. Но если бы мы там услышали, что там ночью кто-то шевелится, говорит, то они бы нас бы там просто не заходили бы туда, не сразу бы. Утром мы вышли уже, все равно одеваться надо выходить 9 часов. Вот, совсем уже другие были солдаты. Кто были в черной одежде, когда мы заходили, мы видели, а тоже были такие, как вот зеленые человечки, такие формы, белые повязки было. И они на нас одно внимание вроде бы, когда сами себе были. Вот. Друзья, мы планировали по-быстрому пройти по жилому комплексу «Гринъярд», посмотреть, какие тут разрушения, все. Но мы встретили людей, которые рассказали нам две длинных истории о том, как они здесь переживали оккупацию, о том, как они выбрались из нее. И поэтому видео как бы получится из нескольких частей. Сейчас мы вам покажем именно истории про «Гринъярд», а потом продолжим в следующем видео про весь Ирпень дальше. Покойники лежали, еды лежали. Вот тут кушать готовим, вот рядом там на клумбе лежат люди, в лесу лежали. Мирные люди убиты? Да, наши. Ну, чем-то они не понравились, что-то сказали им, да. Расстреляли. У нас продавщица, там продуктовая магазин была, ее расстреляли, парня ее или мужа, не знаю. Вот. Так что лежали, они разрешали убирать. Вот это лежали, как же мороз был, вот это февраль, даже месяц, снег был как раз. И потом мы 13 числа вышли туда, и все по дороге тоже лежали мертвые. Вот. Мы когда выходили, что на по 70 лет уже мы такие, знаете, на нас показали белое полотенце. Прошли, видели нас где-то 2-3 команды, но нас не трогали, мы полотенце показали, видели, что старики, ну идите себе, да. Они говорили, что кто черная одежда идет, того сразу убивают, даже не рассматривают. Это считали как нацики. Черная одежда? Да. Вот если кто одетый мы с молодой, с молодежью, особенно в черной одежде, то они уже расстреливали. А вы не знаете цю машину, чого вона перевернута? Бензин зливали. Це вони, так? Зливали? Я не знаю. А, не знаю. Ти бачиш її? Так, щоб злити бензин, треба було перевернути машину, так? Зрозумів. Смотри, криші взагалі нету. Капець. Там було вже нічого не було. Можна там працювати? Аккуратно. Ви можете зайти на драбину і зняти саме кришу, як виглядає саме погоріся. Ми зараз демонтували половину кришу, зараз встановлюємо. Угу. Ну, зараз ну, нову, так, вже демонтуєте. Подумаєш, нічого.
Добрий день. Нічого себе, так її зовсім тут нету, цієї криші, или? Вона згоріла. Я так же. Ну, вже діло, так? Да? Добрий день. Ви не проти, ми трошки познімаємо? Трохи знімемо. Що тут у вас таке страшне? Это квартиры же, смотри. Ага. На верхнем этаже были. Да. Так, как она сказала, вначале российские войска базировались прямо в лесу вот здесь. И когда они уже отходили, они сюда пульнули несколько раз. Из танчиков, наверное. Или мины, я не знаю, что, чем они взрывали. Видите, все разбито. Сейчас я даже залезу по лестнице наверх. Ты уверен? Не надо? Не, я уверен. Тут же железная лестница. Нет, ты не будешь. Я сам. А что ты там? Куда ты там стоишь? Я просто загляну и все. Вот это сгоревшая крыша. А, то есть вы думаете, это подожгли шины здесь, да? И они ушли. Поджог, поджог. На пятом этаже в однушке, на третьем этаже. Синим, они просто еще и подожгли. Угу. Просто когда уходили, наверное. На зло, да? На зло. Ну. Ясно. А что вам сказать? Я кацапы заходные с ним. Да, да, да. Можешь все, все знать. Все, что вот я планы. 4 числа мы бачили, коли Зарбіжовських вечером, Зарбіжовських садів, виходили 30 коробочок. Ми передавали це все. Потім вийшли з фірми ще 30 коробочок. Uh-huh. І вони пішли через Рубіжовські сади, пішли сюди, з Рубіжовки і заходили сюди. Ну всі що, куди? В підвали ховатися. Ховалися в підвали. Потім почули людські голоса, ну тільки цих. Почули з акцентом чеченців. Uh-huh. А чеченці були? Да. Ну, кадировці заходили, так. Да. Вони заходили десь оттуда, зі сторони. Тут подвал где-то был, в котором они прятались в этом доме. Видимо, эти окна. Бо коли ми сиділи в подвалах, я, Серега, Андрюха і ще дві женщини. І чуєм, питають вони, є хто? І зразу автомат на очередь. Нічого себе. Да. Некоторі подвали кидали взагалі цей. Гранати. Гранати. Тобто вони знали, що там люди сидять і готові. Їм було похеру. А потім, коли нам очередь пройшла, по нам очередь пройшла, ну, в підвал. Ну, ми сиділи під лестницею, під спуском лестниці. Чуємо, кадировці кажуть, ну, один з них, видать, командир чи хто там, ми ж не бачили цього. Стоять. І два вистріли були. Потім, коли ми вже вийшли утром. Застрелили. Так, да, застрели, лежали два трупи, лежали. Женщина і мужик лежав. Просто мирні. Просто мирні люди йшли з магазину, закривали коло магазин. Касірша і чи хазяїн, чи хто там, чи менеджер. Ну, і їх застрелили. Вони там лежали, два трупа. Виходимо з підвала, вже чуємо людські наші голоса, ну, наших жителів. Угу. Думали, що може вони вже уїхали. Ага. А коли ми вийшли, а їх тут повно. Вони в всьому, коротше, розбазірувались повністю по всьому ЖК. Угу. БРДМи, БТРи, танки. Вони тут стояли, коробочок 50 тут стояло. І що? Вони нас загнали всі в один підвал. Ага. Загнали. Почали зразу вибивати двері, потім нас предупредили, хто в кого є ключі, і відкрити двері, і щоб вони провіряли. Ми пооткривали двері в квартирах, всіх опять загнали в підвал нас, і стояв, ніхто не випускав. Вони ходили там, що вони там шманали, що вони шукали. Захотіли в туалет, питаємо, туалет можна? Да, вони двоє чоловік, два з автоматами вийдуть в туалет, провіряють зразу квартиру, чи нікого немає, хоча двері вже відкриті. Заводять туалет, ну сісти, щоб туалет, ну, по-тяжовому. Закривають двері, він каже, ні, двері оставляю відкриті і стоїть напроти тебе, держи автомат. Да. А потом... Женщин так і всіх. Женщин я не знаю, а це ж у нас. Потім проходить время, не знаю в яке время, бо в нас вже телефони. Коротше, ми телефони повиключали, бо вони вже телефони розстрелювали. Забирали і розстрелювали. Потім 7 числа
Зайшов один з нашого ЖК, я знаю точно, пацанчик. Мене питають, хто був, хто тут був. Він прийшов до кожного, сказав, що тут нікого не було. Ну, типа з ним. Ну, хтось його здав, цього хлопця. Вони йшли. Через якийсь час чи два приходять вони опять, вже з другим. Один вже в балаклаві був. І йому кажуть, так, може, жінки, каже, віддільно. Туди загнали жінки, мужики віддільно. І каже, по одному проходить. І той показував пальцем, кому вийти на розстріл. Нічого собі, прямо на розстріл? Ну, так. Да. Повиводили мене, Серегу. На розстріл? Так. Да. Там ще Максима. Шукали на ВСУшні наколки, на сліди від автоматів, чи нема синяків. Потім мене за цю наколку бурят. Буряти тут були. ОМОНовці чорні, це ж ходили в чорнці, ОМОНовці їхні вибивали двері молотом, кому гранатомьотом вибивали двері. Питали, на що ми робили, ми сказали, що тільки тут ось, типу, перегорожали дорогу, щоб вони сюди. Щоб вони були, да? Ну, типу, да, в теробороні. Ну. І вони шукали ті, хто робив коктейлі молотом. За коктейлі молотом вони зразу розстрілювали, зразу. Потім вони мене за ці наколки, що типу, мене наколка. Ти що сидів, питає, кажу, ні. Я не сидів, кажу. Потім бурят каже, та що ти з ним церемонишся, ну, типу, церемонишся. Стріляй його нахуй, каже, піздець. Як так? Ну, не знаю. Один сказав, та відпускай їх нахуй, каже. Ну, не розстріляли, а бурят той хотів постріляти. Постріляти. Да. Прийшов 8 числа, прийшов дядько Саша з второго під'їзду із частного сектора, бо він тут живе, то я там біла машина побита була. Прийшов він, дядько Саша, кажу, як ви вибрались, приходите? Та каже, мене пускають туди-сюди. Я до синів своїх кажу, Едік, Саша, давай якось будемо вибиратися. Ну давай, бо в нас, виходить, жінка моя була у центрі, там у знайомих сиділа у підвалі теж. Ну, коли ми виходили, ми взяли з собою документи, віщі трохи, віщей чуть-чуть, і потім і медикаменти. Ми пройшли до того, стояв пост їхній теж, около сідьмого дому. Вони нас прошманали, ну, пустили, кажуть, ми не уверені, що ви десь дійдете. Ну, ми пішли нагору, там зустрічають нас, ми тако доходимо десь, ну, як додому, он тако. Вони вже держуть нас на прицелі. Так, да, мене, Едіка і Сашу. Що постріляли тільки? Потім ми це дійшли до них, вони почали опять шманати нас. Вона шманали дову, держали, і нам сказали йти. Отак як ми кажемо, тільки тихенько, шах ліво, шах право, ми вас держимо на прицелі і стріляємо на повал. Ми тихенько вийшли, потім влізли в колону, йшли, вийшли. Серьезно? Да. Макрон? Мы не слышали об этом. А только сейчас я открыла это самое. А где же они? Что он в Украину, по-моему, прилетел. Ну, это с утра было. Да, и первое, что он хочет, это поехать в Ирпень. Серьезно? Так что вы давайте камеру берите. Это хорошо, спасибо. Да. Ну, он, скорее всего, в центр приедет, он же не будет сюда. Ну, понятно, что не сюда. Он приедет там, где все... А, разрушение, да? Скорее всего, на самый разрушенный район туда, да? Туда же, наверное, на восток. Мы там живем. А я знаю. Да, я вас смотрю. If we are speaking about rebuilding and renovation, it will still have to come. Still have to come. At least you know where you start from. Absolutely, but we are prepared to start, exactly, exactly. So it was impossible to... Was there a telephone in the car? I think it's a special equipment. Oh, it's a special equipment. No, I think it's more garage equipment. Друзья, на этом мы сегодняшнее свое видео заканчиваем. Будем дальше снимать для вас, будем снимать и Гостомель, Бучу, все, разговаривать с местными жителями. Просто в одном видео очень сложно все уместить, поэтому до следующих видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.